Что подарить автомобилисту, чтобы презент оказался одновременно полезным, оригинальным и запоминающимся? Можно преподнести видеорегистратор, автопылесос, набор путешественника, курс повышения водительского мастерства. Или же, абстрагируясь от автомобильной тематики, заказать портрет или картину из шоколада. Такую услугу предоставляет, к примеру, кондитерская фабрика «Конфаэль». Более того, мы уже более 2000 картин портретов нарисовали. Кого можно и кого нельзя, скажем так. Просто есть люди, которые вообще не знают, что подарить. А шоколадный портрет, он очень эмоциональный. Когда вам дарят шоколадный портрет с посылом, чтобы у вас было все в шоколаде. Очень приятный подарок. В минувшие выходные фабрика «Конфаэль», партнер телеканала «Автоплюс», проводила любопытную акцию. Посетители фудмолла «Депо Москва» могли воочию наблюдать, как пишется портрет на шоколадном холсте. Достаточно было предоставить свою фотографию или выбрать снимок известной личности из предложенных. И уже через час или полтора, в зависимости от сложности работы, художник вручал заказчику готовую картину. Шоколад, естественно, есть горький, молочный и белый шоколад. Естественно, если рисовать картину или портрет полноцветную, мы еще делаем цветной шоколад. В белый шоколад добавляются вытяжки сока фруктов, овощей, ягод, получается цветная палитра. И можно рисовать полноцветную картину. Шоколадный портрет, созданный с учетом всех пожеланий покупателя, передается в прозрачной пластиковой упаковке. Картину можно повесить на стену и съесть при желании в течение года. Именно столько шоколад сохраняет свои свойства при условии правильного хранения. Такой универсальный подарок наверняка придется по нраву любому человеку, вне зависимости от его пола, возраста или рода деятельности. Но если рисковать вы не хотите, презентуя шоколадную картину, то можно выбрать сладкий сувенир из готовых наборов. Здесь, кстати, есть даже автомобильчик Porsche. Можете взять, у нас есть акционные шоколадки, которые вы покупаете шоколадку, и при желании я бесплатно пишу, например, из кулька цветным шоколадом пожелание, какую-то надпись, днем рождения, какой-то арабеск или что-то еще. То есть вот так вот. «Конфаэль» принимает заказы круглый год на своем официальном сайте. Помимо картин, в каталоге фабрики представлены шоколадные открытки, скульптуры, раскраски и даже книги.